Бесплатная путевка во Францию. Алтайские чирлидеры выступят на открытых европейских соревнованиях. Такую возможность спортсмены получили после успешных выступлений на чемпионате и первенстве России по чирлидингу. Соревнования проходили в Екатеринбурге. В них приняли участие более 2000 спортсменов со всей страны. Наш край представляла команда «Флай» Алтайского краевого дворца творчества детей и молодежи. Чирлидеры выступили во взрослой возрастной категории. По результатам соревнований в номинации «Чирмикс» наши спортсмены заняли 11 место, а в номинации «Групповые старты» – 15. Этого оказалось достаточно, чтобы алтайские спортсмены получили путевку на открытые европейские соревнования во Франции. Они пройдут уже в ноябре этого года.